Приветствую на нашем канале. Сегодня готовим торт «Черный принц». Для этого нам понадобится стакан сахара, мука 1,5 стакана, 2 яйца, 2 чайные ложки какао, полбанки сгущенки, сода, погашенная уксусом, и стакан сметаны. Так, приступим. Сначала мы яйца перемешиваем с сахаром. Так, отправляем сюда стакан сметаны. Полбанки сгущенки. Вот здесь вот у меня чайная ложка соды, я ее гашу уксусом. Сюда отправляем. Хорошо перемешиваем. Сюда же отправляем 2 чайные ложки какао. Смесь хорошо перемешали мы с какао. Еще сюда щепотку соли. Совсем забыла. И добавляем муку. 1,5 стакана муки нам нужно будет. Приготовила форму 22 сантиметра диаметром. И сюда выкладываю нашу готовое тесто. И ставим выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 40-45. Вот ковришка у нас испеклась. Так, вот верхушку я немножко срежу, подровняю. Получился очень мягкий коржик. И сейчас я его разрежу. На 3 части. Вот я их разрезала. Разрезала с помощью нитки. И у нас получилось 3 коржа. Краешки я подровняю. И вот эти вот кусочки пойдут на крошку. Крем мы будем взбивать сметану и сгущенку. Так, здесь у меня получается где-то 100 грамм сгущенки и 300 грамм сметаны. Сейчас я это буду взбивать. Сюда добавлю немножко лимонной кислоты и дальше взбиваю. У меня сметана загустела. Сметану я уберу в холодильник, чтобы она немножко стабилизировалась. Тот корж, который у меня был срезанный, был вверху, я его положу на самый низ.
Так, вот у нас готов торт. Торт называется «Черный принц». Сейчас сбоку мы обсыпем вот крошку, которая у меня осталась с верхушки торта и с краев. Вот этим я сейчас края обсыплю. Так, сверху обсыпем миндальными лепестками. Такой у нас получился торт «Черный принц». Готовится очень быстро.